Всем привет, друзья! Сегодня у нас Nissan X-Trail 2011 года в кузове Т31. И сегодня мы посмотрим, как снять задний фонарь и поменять в нем лампочки. Чтобы снять фонарь, открываем багажник. На внутренней стороне фонаря видим два болта. Откручиваем их головкой на 10. Открутили второй. Теперь можем снимать фонарь. Больше его ничего не держит, кроме трех направляющих. Направляющий сверху, по центру и снизу. Значит, просто вытягиваем фонарь на себя. Раз. Сразу снял центральный. И теперь нижний. Оп. Дальше отключаем разъем питания лампочки указателя поворота и блока питания светодиодов. Выкручиваем лампочку указателя поворота. Для этого поворачиваем ее против часовой стрелки. Теперь поворачиваем против часовой стрелки заглушку блока питания светодиодов. Достаем. И здесь мы видим сам разъем питания. Нажимаем на кнопочку и вынимаем разъем питания. Освобождаем провод, который зажат здесь в своем фиксаторе. И теперь мы можем полностью снять фонарь. Вот мы видим лампочку указателя поворота. Для того, чтобы достать ее из патрона, просто берем ее в перчатках, чтобы она прослужила дольше, и достаем ее на себя. Вот она, сама лампочка. Ее маркировку вы сейчас можете видеть на экране. Вставляем новую лампочку в разъем до щелчка. Ну, все остальные лампочки в данном фонаре светодиодные, поэтому больше здесь менять нечего. Блок светодиодов подключается вот здесь, а указатель поворота здесь. Все, больше здесь менять нечего. Когда устанавливаем фонарь на место, смотрим на вот эти три направляющих. Их мы должны вставить в соответствующее отверстие в крыле. Подключаем разъем питания светодиодов, закрываем крышку, поворачиваем по часовой стрелке. То же самое с лампочкой указателя поворота. Вставляем, совмещаем отверстие в фонаре с выступами на цоколе и поворачиваем по часовой стрелке. Устанавливаем фонарь на место. Совмещаем, значит, наши направляющие своими выступами и аккуратно, мягко защелкиваем. Фонарь. Ну и закручиваем болты на свое место. Чуть-чуть подтягиваем без фанатизма. А на этом сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал группы ВКонтакте, оставляйте комментарии под видео. Всем пока!